18 сантиметров осадков за сутки выпало по области. Это в несколько раз больше нормы. И вот результат. Пробки 8 баллов, несколько десятков ДТП, центр парализован. Так началось утро в Самаре. К мартовской метели, видимо, в городе оказались не готовы. Шутка природы или погодная аномалия, но водителям, да и пешеходам тоже совсем не до смеха. Екатерина Алексеева убедилась. Рыбалку автолюбителю Антону придется отложить. Снегопад спутал все его планы. Уже все переоделись, почти в летние куртки, уже солнышко пригрело. Собирались на рыбалку, все отменяется. И, соответственно, шашлыки тоже. Плохая погода, плохая видимость. Это с утра было, а сейчас вообще ужасная дорога. Все полностью закрывает весь обзор, постоянно надо чистить. Технику, я смотрю, не успели еще привезти. Хуже пришлось тем, кто ехал на работу. В утренние часы пробки в Самаре превысили 8 баллов. Не убирали ночью вообще ничего. Много снега. Для администрации опять снег выпал неожиданно. Метель началась еще ночью, а к утру на дорогах города выпало до 12 сантиметров осадков. К такому были явно не готовы ни коммунальные службы, ни автолюбители. Около 30 ДТП только в Самаре и только за одно утро. И 10 по области. Есть пострадавшие. На настоящий момент, вот только за эти сутки, зафиксировано на дорогах уже 10 дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. На дорогах области изменены погодные и дорожные условия. Это будет продолжаться примерно в течение 3 суток. Поэтому обращаемся к водителям транспортных средств. При эксплуатации транспортных средств, пожалуйста, используйте зимние шины, проверяйте техническое состояние автомобиля и будьте особо внимательны. Для синоптиков внезапная зима в конце марта совсем не аномалия. По прогнозам, такая погода сохранится в регионе как минимум 2 дня. Это у нас был привет с Каспия. Теплая воздушная масса пришла оттуда, и вот снежок получили мы оттуда. Значит, потихоньку вот этот фронт, связанный с Каспийским циклоном, он отходит на восток. Прекращение потихоньку и в некоторых районах прекращение выпадения осадков в течение вот сегодняшнего дня, ночью тоже преимущественно, или местами небольшие осадки. А завтра опять подходит волна, воздушная масса уже из Подмосковья, и опять у нас будет выпадать снег, мокрый снег. В ближайшие 3 дня потепление не ожидается. В ночные часы температура опустится до 8 градусов, а днем столбик термометра едва поднимется до 3 тепла. Екатерина Алексеева, Александр Дудко, новости губерния.